Продолжаем наши тренировки. Олег, значит, сломал сталь 20-ю. Вот она, красавица, 9 мм на 195. Второй у нас будет идти стержень, 400-ка подписана. Чуть меньше 160, 158. Ну, будем считать на 160. В тех же пацах. Пацы не перематывал, но, ребят, всегда надо оценивать степень разболтанности после первого лома. Если разболтались, надо перематывать, не лениться. Это для вас же будет положительным эффектом. 400-й гость. Вот он скидывает первую кожу, чтобы сейчас еще без кожи дожать. Ничего. Вот оставился в одной кордоре. Сократил расстояние, чтобы руки как бы друг друга не мешали, как бы можно было глубже уйти за 9 между рогами. То есть надо обязательно уходить за 9, и тогда пошел дожим. Ну что, пойди. Один чопа. Не надо, уходи от этих рук. Дожимных непонятно. Так же давишь себе. Давай, одевай второй. Дожимай нормально. Ну вот так вот. Вот проще ему так. А так, ребят, это травмоопасно достаточно. Одна рука вторую раздавливает. А давление достаточно сильное. Вот в двух чопах тяжело, одевает одни пацы в кордору. Угу. Так, смотрим. Пошел очень кривовато. 58 миллиметров, видите. То есть ножки все-таки не по центру пошла. С музыкой. Вот так, на 158. Вот так вот. 400-й на 158. Вот в тандеме с девяткой стали 20-й. Сейчас будем пробовать, чуть отдохнет, и 210-й с угла дожать. Ну вот как бы так. Вот помогает напиток в этой кружке. Давайте, до встречи.